Уважаемый Александр Александрович, поздравляем вас и всех выпускников экономического факультета МГУ с юбилеем, фантастическим юбилеем, 80-летием. Традиционно мы привыкли выступать на юбилеях. В этом году он проходит в онлайне, поэтому мы отправляем вам, я, Александр Матыцын, Алексей Иващенко, Сергей Зенкин, наше музыкальное поздравление. С праздником! Что за сказочная ночь сегодня выдалась? Нас встречает на ступеньках деканат. Обними меня, мы так давно не виделись. Скинем маски, я тебе ужасно рад. Профессура и студенчество построились. QR-коды проверяют у гостей. И манят нас ярким светом окна университета. На свидание будто с юностью моей. Это кто тут объективно в ощущениях нам дан? Просвещение не в ухолит и лелеет. Будто аурум бесценен, легок, прочен, как титан. Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Элсан, он чисто стой, финансист или титан. Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Кто же знал, насколько крепко все завяжется? Ведь порой семестр тянется, как три. И, конечно, жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще, черт нас побери. Ведь для счастья плюс к известным составляющим, что, конечно же, весьма-весьма важны. Дали нам образование, в головах сложили знания, те, которые для жизни так нужны. Грызли мы гранит науки здесь немыслимо давно, но от времени вино не дешевеет. Я сказал же, что за мной не заржавеет, и оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Я сказал же, что за мной не заржавеет, и оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Олигарх с министром поменяли графики, в ряд стоят, Сан Саныч, принимай парад. В юбилейный день пошли дела все нафиг, и доставай скорей свой фотоаппарат. Вспышка вспыхнет и замрем в нелепой позе мы, словно памятник сбывающимся снам. Аспирантки и магистры на Фейсбук запостят быстро и, надеемся, отлайкают нас там. Скоро время, пространство растворят наш легкий след. Пыль теории ветер завтрашний развеет. Только в мраморе отлиты, а у Заноф факультет не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Пусть останется за нами то, что через сотню лет не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет.